Время новостей на телеканале «Хабар-24». В студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с генеральным прокурором. Кайрат Кожамжаров отчитался о деятельности правоохранительных органов страны и исполнении ранее данных поручений. Как отметил президент, на органы прокуратуры возложены задачи по осуществлению высшего надзора за соблюдением прав и законных интересов граждан и исполнением законодательства. Принятые соответствующие законы, в том числе по защите бизнеса, от необоснованных проверок. Необходимо только их качественное исполнение, сказал Нурсултан Назарбаев. Глава государства подчеркнул важность продолжения работы по гуманизации уголовного законодательства. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений. Много приняли решений, изменений в законы о том, чтобы соблюдать права и свободы человека. Мы уменьшили уголовно наказуемые вещи, облегчили без задержания, без лишения свободы. И вообще тюремное заключение сократилось на 35%. Поэтому задачи очень сложные. Продолжаем работать по реформированию органов, в том числе и в судебных органах еще немало дел, полиции еще больше. В этом направлении Генеральная прокуратура играет основную роль. Органами прокуратуры принимаются системные меры по защите охраняемых прав и законных интересов. За 6 месяцев текущего года проведены проверки в сфере соблюдения трудовых прав, земельных отношений, тарифного законодательства, по результатам которых были защищены и восстановлены права более 3 миллионов граждан. Центры примирения открываются в Казахстане. На сегодняшний день они заработали в 6 регионах страны, но пока в пилотном режиме. Новые кабинеты будут продвигать практику решения гражданских и трудовых конфликтов без доведения дел до суда. Работу по развитию медиации и примирительных процедур Верховный суд планирует проводить с Министерством общественного развития. Соответствующий меморандум был сегодня подписан между главами 2 ведомств. Сторонами запланированы совместные информационно-разъяснительные процедуры для населения. Дальнейшая организация примирительных центров и снижение уровня конфликтности в обществе. Центр примирения очень удобный институт, который граждане бесплатно получают консультации от медиаторов. Мы хотим создать больше таких центров для того, чтобы разрешить споры без суда. Чтобы сохранить это дружеские отношения, родственные отношения, мы призываем граждан, государственных органов, акимов, городов, областей, чтобы создать условия для примирения путем создания центров примирения. Завершено расследование причин аварии на железнодорожных путях в Жамбылской области. Ущерб от нее Казахстан Теміржолы полностью предъявил виновной стороне, собственнику 28-го вагона ТО «Исткомтранс». Об этом сообщает пресс-служба нацкомпании. Расследование подтвердило первоначальную причину аварии. Излом боковой рамы произошел из-за дефектов, допущенных на заводе «Азовэлектросталь». Также отмечается, что расследование проводилось при участии представителей этого предприятия, компании-собственника и специалистов КТЖ. В Таразе погибла 6-летняя девочка, которая выпала из окна. Трагедия произошла вчера вечером в одном из домов микрорайона Самал. По информации ДЧС области, малышка осталась в квартире без присмотра родителей. Девочка упала из окна балкона 5-го этажа. Машина скорой помощи доставила ребенка в бессознательном состоянии в областную детскую больницу. За жизнь девочки врачи боролись 1,5 часа. Бригада медиков провела все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, малышка погибла. К слову, как отметили в ДЧС региона, с начала года произошло 5 случаев падения детей из окон. Разрывы органов грудной клетки, брюшной полости, были множественные сочетанные травмы головы, именно костей черепа, оскольчатые, многоскольчатые переломы, ушибом спинного мозга, ствола мозга. От полученных травм ребенок не удалось спасти. В результате мощного землетрясения и последующих авторшоков в Индонезии погибли уже порядка 400 человек. Самые масштабные разрушения зафиксированы на острове Ламбок. Оттуда было эвакуировано более 10 тысяч человек. Многих из тех, кто был вынужден покинуть дома, спасатели доставили на остров Бали. Но подземные удары достигли и его. Пришлось эвакуировать одну из местных больниц, разместив ее пациентов на улице. Стихия уничтожила сотни жилых домов и объектов инфраструктуры. Экстренные службы разбирают завалы, под которыми могут быть люди.
Мы смотрели телевизор. Когда началось землетрясение, все сразу побежали на улицу. В моей комнате потрескалась стена. Сейчас мы боимся находиться в доме. Боимся, что он может рухнуть. 3000 человек эвакуированы из испанской Валенсии в результате бушующих пожаров. Такое решение местные власти приняли из-за опасности отравления дымом и продуктами горения. В регионе муниципалитета Лученто вот уже несколько дней не удается потушить огонь. Пламя уничтожило 20 домов и 600 гектаров леса. Сотни людей находятся в специальных павильонах в прибрежном городе Гандия, куда волонтеры приносят еду и воду. Напомню, лесные пожары начались в Испании из-за установившейся в регионе жары. В тушении огня принимает участие около 600 пожарных. В операции задействованы 25 единиц авиатехники и наземного оборудования. Подозреваемый в поджоге, повлекшего за собой крупный лесной пожар в американском штате Калифорния, задержан. Об этом сообщило агентство Рейтера. 51-летнему Форесту Кларку выдвинуты обвинения уже сегодня. К слову, сейчас огонь не стихает. Пламя вплотную подобралось к городу Лейк-Эльсинор. Как сообщают местные власти, там уже сгорело более 3000 акров земли. В департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии сообщили, всего пожара хватило около 115 тысяч гектаров земли. Прогнозы неутешительные. Согласно заявлению пожарной службы, огонь будет бушевать по меньшей мере до первой недели сентября. Отмечу, лесные пожары этого года стали самыми сильными в истории Калифорнии. Ранее президент США Дональд Трамп объявил в штате режим чрезвычайного положения. На юге Израиля настоящее бедствие. Пожары пожирают поля, сады и леса. Но бедствие не стихийное. Поджоги вызваны зажигательными воздушными шарами и змеями, запущенными из Газы. Огненный террор уже нанес огромные убытки, рассказывает Сергей Услендер. Миха с женой сидят дома. На фермерских полях делать нечего. Часть угодий сгорела, а часть под прицелом минометов из Газы. Армия вынесла предупреждение. Находиться ближе к убежищам есть угроза обстрелов. Мирное занятие – выращивать кукурузу. Сейчас дело опасное. Сердце разрывается смотреть на эти столбы дыма над полями. Вы не представляете, сколько усилий мы тратим, чтобы хоть что-то вырастить в таком климате. А потом за считанные минуты все превращается в пепелище. Пепелища уже занимают десятки квадратных километров. Вот уцелевшее поле, которое от сгоревшего отделяет дорога. Пожарные сбиваются с ног, в день гасят по 40 очагов. Убытки колоссальные, уже исчисляются десятками миллионов долларов. Но правительство обещает компенсировать ущерб. Обитатели юга же в большей степени интересуют, как будут решать проблему в целом. Вся чудовищная география Сдерота, где живет всего 27 тысяч человек, маленький городок, легко открывается вот с этого холма, он на самой окраине города. Вот с этой точки по прямой до первых домов в палестинском анклаве примерно 700 метров. С такого расстояния город можно обстреливать не то чтобы реактивными снарядами, а даже из гранатометов или примитивных минометов. Протесты палестинцев почти без перерыва идут с мая. Они требуют возвращения в Израиль, проходят столкновения с военными, много погибших. Арабы требуют снятия блокады сектора и возвращения беженцев. Поскольку попытки мирных протестов провалились, свои атаки на Израиль они считают единственным средством добиться цели. Мы будем поддерживать и направлять наших людей. И мы здесь, в Хамас, находимся на переднем крае этого фронта. И готовы платить любую цену, чтобы добиться цели. У людей кончается терпение. Многие по 15 лет живут в Сдероте и уже не помнят, когда были мирные времена. От правительства ждут решительных мер, но власти медлят. Мы четко видим, что у Хамаса есть стратегия. Это стратегия полного уничтожения Израиля. У нашего правительства стратегии нет. Министры разделились во мнениях. Часть из них требует жестких военных мер. Часть говорит, что нужно решать все мирным путем, улучшая экономическое положение в Газе. И эта неопределенность влияет психологически намного хуже, чем сами факты обстрелов. Хамас и Израиль сейчас готовятся подписать 5-летнее перемирие, так называемую «худну». Но таких договоров было уже много, и все они заканчивались досрочно и редко миром. Сергей Услендер, Хабар 24.
Израиль атаковал 12 объектов боевиков на территории сектора Газа. В результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека. Это 30-летний житель анклава, женщина и ребенок 1,5 лет. Еще 5 человек получили ранения. Согласно данным представителей пресс-службы армии обороны Израиля, авиаобстрел стал ответным ударом на произошедший ранее запуск ракет по израильской стороне. Сообщается, что радикалы выпустили около 70 ракет на территорию Израиля. 11 из них перехватили с помощью системы ПВО «Железный купол». Сектор Газа контролируется группировкой «Хамас» на протяжении последнего десятилетия. За это время они участвовали в 3 вооруженных конфликтах с Израилем. Наряду с Египтом израильская сторона поддерживает блокаду региона, которая привела к ее полному экономическому и социальному упадку. Оппозиционные депутаты парламента Венесуэлы Хулио Борхес и Хуан Рикесенс лишены парламентской неприкосновенности. Такое решение единогласно приняли члены Национального учредительного собрания страны во время специального заседания. Причина обвинения в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Напомню, во время парада трибуну, где находился глава государства, атаковали несколько беспилотников со взрывчаткой. Тогда президент Мадуро не пострадал, однако ранения получили 7 гвардейцев. Борхес уже прокомментировал ситуацию, назвав произошедшее фарсом. Оппозиционер требует освободить своего коллегу из-под стражи. По словам семьи Хуана Рикесенса, они не знают о его местонахождении, но предполагают, что он может быть в штаб-квартире Боливарианской службы национальной разведки в Каракасе. Мы не знаем, где он находится, в каком он состоянии. Мой сын – жертва, похищенная режимом. Как гражданин этой страны и отец, я требую от властей разъяснений о местонахождении Хуана. Продолжаем выпуск. Актюбинская область – лидер по внедрению и использованию проектов Экспо-2017. Об этом на заседании в правительстве сообщил министр энергетики Канат Бузумбаев. В регионе сегодня реализуется больше 20 технологических идей, среди которых и новые технологии по добыче углеводородов. Елена Устимович продолжит тему. В диспетчерской службе крупной нефтедобывающей компании региона в реальном времени сегодня контролируют все процессы добычи и транспортировки черного золота, тогда как сами месторождения расположены в сотнях километрах от областного центра, где базируется диспетчерский пункт. Цифровизация службы продолжается, равно как и внедрение новых технологий в процесс добычи углеводородов. После освоения скважин, скважина сразу же включается коллектор и повышает нефтеотдачу пласта самого. Здесь также используется технология, новая технология с использованием ГНКТ, гибких труб, закачиваемых реагентов кислоты для разрыва пласта. Нефтеотдача повысилась более 10%. Выставка «Экспо-2017» послужила хорошим толчком для развития промышленности региона в целом. Под эгидой «Экспо» прошел международный форум «Актобе-Инвест», по результатам которого актюбинские предприятия смогли наладить контакты со всеми передовыми компаниями мира. Проведена ревизия всех инвестиционных программ с акцентом на цифровизацию и модернизацию. Подписаны дорожные карты с крупными предприятиями, что повысило процент оснащения новыми технологиями на предприятиях почти в 2 раза. За 7 месяцев рост экономики составил 105%. Из них 1% – это уже благодаря применению новых технологий. Коэффициент добычи тех или иных металлов – это брать хром, медь и цинк – у нас рост составил около 12%. И на сегодня, благодаря применению той технологии, которую сегодня мы уже начали применять по 6 проектам, на 1,5% снижение себестоимости. В Актюбинской области, где в настоящее время реализуется 21 проект, 6 уже успешно работают. В их числе ветряные электростанции, современные редукторы и новшества в сфере промышленности. Предприятия региона напрямую сотрудничают с компаниями из 50 стран мира. Теми самыми, которых называют лидерами в развитии зеленой экономики. Это хороший задел на последующие годы, считают эксперты. Сумма реализуемых проектов превысила 60 миллиардов тенге, но это не предел, заявляют в администрации. Работы продолжаются. Десятки компаний разрабатывают свои идеи по использованию энергии будущего. В самое ближайшее время список предприятий пополнится еще 10 проектами, в числе которых использование возобновляемых источников энергии. Елена Устимович, Болотмолдагалиев, Актобе, Хабар 24.
В Западно-Казахстанской области по программе государственно-частного партнерства планируется реализовать 31 проект. 10 из них на сумму свыше 12 миллиардов тенге уже реализуются. К примеру, в селе Лубинка Шенгарлаусского района завершается строительство врачебной амбулатории. На средства предпринимателей закуплен магнитно-резонансный томограф в областную клиническую больницу. Бизнесмены также вкладывают средства в содержание дорог, установку уличного освещения и камер видеонаблюдения. Наиболее интересна для предпринимателя сфера образования. В сотрудничестве с государством они участвуют в 11 проектах. В частности, это ремонт школы и открытие частных детских садов. Причем, если раньше для этого использовались приспособленные помещения, то сейчас для дошкольных учреждений возводят типовые здания. 4 таких новых детсада строятся в пригородных поселках Круглоозерное, Желаево, в Женебекском и Теректинском районах. Детский сад строится на 60 мест. Это очень помогает снизить ту же самую очередность и предпринимателю на очень хороших и выгодных условиях сотрудничать с государством. 77 умных фонарей в райцентре Байдебекского района установил местный меценат. В рамках программы «Туган Жер» предприниматель осветил сразу 3 центральные улицы. Фонарные столбы считаются умными, так как помимо освещения включают в себя 13 функций. Они умеют раздавать Wi-Fi, следить за дорожным движением и даже заряжать мобильные устройства. Еще одним преимуществом этих приборов является автоматизированный функционал. Специальные датчики сами распознают, когда настает темнота, и в соответствии с погодой сами распределяют необходимое количество электроэнергии. По словам специалистов, это поможет сэкономить 75% электричества. В Кызылординской области объемы добычи нефти снизились почти в 3 раза. За последние 5 лет производство сократилось на 3,7 миллиона тонн. В текущем году нефтяники региона планируют добыть более 6 миллионов тонн углеводородного сырья. Это на 600 тысяч тонн меньше показателя прошлого года. Сложившаяся ситуация повлияла и на показатель налоговых поступлений. Выход из сложной ситуации акимат Кызылординской области видит в увеличении экспорта черного золота и сокращении объемов продажи нефти на внутреннем рынке. Поэтому руководство области обратилась с предложением в правительство Республики Казахстан уравнять долю реализуемых на внутреннем и внешних рынках нефти. К слову, за 6 месяцев текущего года нефтяные компании при Орале реализовали за рубеж всего 30% добытой продукции. Это предложение сейчас рассматривается. В случае поддержки вопроса в нефтяных компаниях увеличится выручка и инвестиционные вливания. Так компании больше средств направили бы на освоение новых месторождений, геолого-разведочные работы и внедрение новых технологий. Новые методики ультразвуковой диагностики во время мастер-класса изучили кардиологи Костанай. Специально для этого в областной кардиологический центр доставили новый УЗИ-аппарат экспертного класса. До этого момента в регионе такого оборудования не было. Он позволяет во много раз улучшить качество обследования пациентов. Подобное обучение для кардиологов проводится с одной целью – снизить смертность от болезней системы кровообращения. По этому показателю Костанайская область является одним из лидеров антирейтинга. Наши специалисты, которые находятся в городе Кустанай, будут владеть современными методами диагностики заболевания сердца. Это повысит выявляемость. Здесь проводится тем самым профилактика инфаркта миокарда и профилактика инсульта. Тем самым мы можем снизить смертность в Кустанайской области со временем. Свой вклад в пропаганду здорового образа жизни и приобщение к спорту вносят бизнесмены Сарканского района. Здесь создается целая сеть спортивных и футбольных площадок, фитнес-залов, мини-стадионов. Сейчас только в райцентре города Саркани одна из другой вводятся в эксплуатацию инфраструктурные объекты для стрит-воркаута. Они стали самыми посещаемыми среди местной молодежи. Вместе с тем, силами предпринимателей в ряде населенных пунктов установлены памятники знаменитым землякам, облагорожены сквер, построены здания Дома ветеранов. В целом по программе «Туган Жер» в районе реализуется 20 крупных проектов. Мы рады, что в нашем районе появляются такие современные спортивные площадки. Есть возможность заниматься спортом, занять свой досуг. Сейчас каникулы, в школах ремонт, поэтому мы приходим сюда, с пользой проводим время. В прошлом году мы организовали форум земляков, выходцев Сарканского района. И сейчас люди уже поняли, все уже понимают программу, насколько она важна. И сейчас все активно участвуют в этой программе, чтобы реализовать, чтобы помочь своей родной земле, родному селу.
Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. До скорой встречи в эфире.